Проблема этого здания, театра бурятской драмы, в том, что крыша не скатная. И когда шел дождь, у нас прямо поливало вот таким образом. И вот здесь была вот такая же плитка, щели, вода проникала туда в подвал, и у нас все там отсыревало. Поэтому 189 метров по периметру здания проложена вот эта вот бетонная отмостка. Отремонтирована вот эта стена, а здесь она уже была такая уже совсем неприглядного вида, уже совсем вся отшелушилась, очень некрасиво, и с двух сторон вот эта стена отремонтирована. Дорогие друзья, вы, наверное, заметили, если вы приходите в театр бурятской драмы, вы заметили, что у нас в фойе стало уже чище намного. Вот с этой стороны у нас отремонтированы стены, потолок. С 11 июля театральный сезон закрылся, и мы вот с 12 июля начали демонтажные работы по стеновой и половой плитке женского туалета. И получается на данный момент. Вот эта перегородка, вот эта небольшая. Она очень широкая. Да, ее будет сейчас посетить. И вот женский санузел. Мужской, пока денег не хватает. Мужчины, бедные мужчины. Ну, всегда впереди должны быть дамы. Это вот как раз вот когда мы спускаемся. Вот это у нас будет пред, так сказать, холлик. Точечно проведен ремонт вот крыши, стен. Отремонтирован вот этот вот большой балкон, вот этот вот внутренний, и балкон снаружи. И после всех ремонтных работ, вот видите, этот паркет хороший, вот, будет обновляться паркет, но чистится сверху, шпатлеваться, чистится паркет, и будет накладываться лак в два слоя. Здесь был пол, вот дощатый пол, сверху был гипсокартон. На гипсокартон накладывался вот этот вот, вот это ковровое покрытие. Мы его сейчас снимаем, убираем. Смотрите, сколько грязи. Убираем этот гипсокартон. И вот посмотрите, на сцене лежат, у нас лежит фанера. Стопка фанер. Вот эта фанера будет уже накладываться на вот этот дощатый пол, и сверху уже мы будем новое ковровое покрытие стелить для того, чтобы зрителям было удобно, чище, ну и очень устойчивый пол у нас будет. В зрительном зале велись работы по ночам. Наш подрядчик рассказывает, чтобы не мешать работе театра. Ну, во-первых, здесь покрашено противопожарной краской. Все покрашено в черные цвета, чтобы не отражалось ничего, не мешало зрителям, да? Ну и плюс вы видите, да, вот на самом верху и там по краям вот у сцены установлены, вот видите, красные противопожарные баллоны. Освежится зрительный зал, по бокам балконы, вот стены будут выкрашены, ну, в такую, таким же цветом краской, но будет все свежо. Полностью здесь произведена работа по фасаду. Мы сейчас находимся в художественных мастерских театра бурятской драмы. Смотрите, здесь, казалось бы, ничего нет, потому что разобрали полы, уже вынесли, выбросили, потому что эти полы давно сгнили. И сейчас идут ремонтные работы, штукатурка, шпаклевка, затем будем выносить вот эти старые, устаревшие, проржавевшие трубы. Меняться будет канализация, тепло. Представьте себе, нужно нарисовать декорацию, нужно создать задник сцены. И здесь лежит такое огромное полотно, которое на всю сцену должно, да, должно закрыть задник сцены. Здесь лежит огромное полотно, и человек, художник, рисует. Он рисует, и непонятно, вот, как посмотреть, вот, не поднимешь это полотно. Поэтому сверху будет создаваться такая конструкция, такой мостик, куда художник может встать и сверху вниз посмотреть, что же он нарисовал, что получается. Здесь люди работали в холодном помещении, без туалета, без душевой.
А сейчас это у нас уже есть. И вот если посмотреть туда, обернуться, да, вот за этими дверями у нас еще Бутафорская, еще другие мастерские. Там ремонт был произведен в 2018 году. И тогда у нас, ну, кое-какие условия появились. Этот ремонт идет уже на деньги, выделенные из республиканского бюджета. Выделено 7 миллионов 720 тысяч рублей для того, чтобы театр получил нормальные условия для работы. Дорогие друзья, в этом году на ремонт театра бурятской драмы выделено всего две суммы. Одна сумма – это 7 миллионов 720 из федерального бюджета на ремонт фасада, на ремонт на подмостки и ремонт зрительного зала, в общем, внутренних помещений. И такая же сумма – 7 миллионов 720 тысяч рублей из республиканского бюджета на художественные мастерские. А сейчас мы находимся в репетиционном зале. Ну, здесь такая рабочая обстановка. Здесь отремонтированы стены, отштукатурены, покрашены потолок, ну и отремонтирован пол.